Это аттракцион «Калипсо». Он есть во многих парках Беларуси. Высота аттракциона около 5 метров. Частота вращения центральной колонны около 6 оборотов в минуту. Аттракцион представляет собой карусель двойного вращения с подъемом посадочных кабин. Частота вращения сидений около 17 оборотов в минуту. Прикол в том, что после набора скорости создается эффект, что сиденья, на которых находишься, либо столкнутся с соседними, либо врежутся в центральную опору. Кататься очень страшно. Без сопровождения сюда не пустят детей до 6 лет, а также тех, у кого рост от 120 до 140 сантиметров.